Это у нас тут гость из Казахстана, Рафей Нагидулин, собирает калину. Ну, уже поздно. Я сказал Володе, что принес лестницу, и Никита придет. А она, оказывается, так, наклоняешь ее, и очень просто. Ну, видишь, чтобы не обломать ее. Нет, лестница здесь есть. Можно поставить лестницу, и... Вот эту ветку как... Володя сейчас придет, и... А я увидал, что есть. А я уже почти собрала. Ну-ка, сколько тут... Что с ней делать теперь, как... Ну, дома сейчас обломаешь, и все. Сполоснуть надо, да? А, ну, да. Или ничего не надо, надо. Только где-то веточки вот эти. Ага, вот. Толстые, да? Ну да, толстые, ага. Убрать, чтобы больше вошло. Да. Иди, обади ведро, иди, не мерзни. Нет, нет, я не мерзну. Вот, Рахиль, иди домой. Наклонил я, и все. Вот, смотрите. Ну, лестница, ты упадешь с лестницы, а так она обломится просто. Не обломится. Ну, давай. Я уже много собрала сейчас. Сейчас это, ребята, я ждал, чтобы они пришли. Ведро, уже поздно, я вышел на улицу, почти темно. Сейчас тут соседи у нас, вот, видишь, как в темноте плохо видно. Ну вот будешь вспоминать, как брала у нас тут калину. Да. Калина с медом, это говорят, рассказ такой. Ой, хорошая калина с медом, а мед говорит, я и без тебя хорош. Вот так. Вон оно уже все вокруг. Огни горят. Это, наверное, же главное. Я вышел в такое позднее время. Сегодня у нас 20 декабря. Еще 2 дня, и будет самый короткий день. А 27-го начнет прибывать. О, Володя принес стремянку. Только сама не лазь, не пускай ее. Возьми. Смотри, я уже, Володь, собрала. Наклоняла вот так. Это не достаешь нам, Володя. Это лестницу надо, слышишь? Все. Лестницу прямо на деревья наклонять надо. Смотри, я раз и достал. Ему ведро подставляй. Ой, еще что-то светло. Видите, темновато и уже. Они так с веткой. Это в Барнауле мы тут, где наш дом. Пойдется, видите, как здесь топятся все. Соседи, видите, своя котельная. Ага. Ну тут уже ничего не сделаешь, уже темновато. Вот, темновато-то темновато. Ну, маленько-то видать. Дай-ка я пройду дальше, покажу, что тут у нас есть. Ну, вот оно как. Ага. Вот я подошел. У нас, как горит, Володя затопил. А вот здесь сбоку наружу наблюдение. Видишь как? О, брат ты мой. Так это не все. Вот оно. Глаз наблюдает. И интересно, в комнате сидишь, и на улице полная темнота. И оно освещает, как... Ну, все заметно. Это вообще удивительно. Ой, руки замерзли. Я эту голубку-то сегодня вынес туда. А она, что там, летать не может, замерзает. Что-то крыло повредилось, оно обратно занес. А другую подержал маленько, у нее лучше обошлось. К дому подхожу. Вот у нас подходишь только к дому. А тут надпись. За стеклом сделали. Вот, запись для интернета. А только подойдешь минутку сюда вот. Он тебе рядом интернет. И надпись рядом. Это не все. Вот мы подходим. Еще. Везде стоят. И... Ну давайте, готовься, Сергей приедет за вами. Ну-ка. Ну, закрой-ка. Ну, как я застыл-то. Руки застыли. А что ты хочешь? Еще пособирать. Пособирать? Нет, ты ведро бы взял пустое-то. А где его взять-то? У нас нету его. А? Да нету. Вот сейчас опросать одно ведро и все. Это намного легче. И лучше. Валя тут Галя была, загуляю с ней, поиграла. О, какие они. О, пошли. Это ждет, чтобы я за стол сел, давал ей. Кошки, до того спокойные. Подойдет и гладит ее. Вот она подбородок начнешь, она голову поднимет. Ей нравится, когда подбородок. Га, это сидит, паля-то, глазенки только сверкают.
болеет ливия, это температура не спадает, говорит. Вот отливай туда, да и все. А там ведро-то возьми, повешь на шею. Кастрюли залей, да все. Полная. Да есть куда. Чайник залить. Там кастрюли какие-нибудь. Кастрюль там много. Мимо, чтоб только не налить. Все, пока.